Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы будем готовить очень вкусных лангустинов, тушеных в соусе терияки. Это очень вкусные рецепты. Это простой, достаточно вкусный рецепт. Давайте я покажу, что нам для этого понадобится. Также это подойдет для любых других креветок. Давайте начнем. Все достаточно быстро, пока я поставлю сковородочку на медленный огонь. Пускай она нагревается. Далее, посмотрите, лангустины. Мы оставляем панцирь, все очень просто, разрезаем вот этот панцирь, вот здесь вот разрезаем и убираем вот эту вот кишку. Тут есть кишка, мы ее вот так вот достаем, здесь и вот эту кишку достаем и все вот это промываем. То есть смотрите еще раз, берем лангустина, все очень просто, разрезаем. Сверху вот ножницами, у меня кухонные ножницы, разрезаем вот так сверху, открываем и здесь вот убираем всю вот эту грязь. И вот здесь есть еще вот эта вот кишка, видите, вот она кишка, она легко достается, вот она кишка. И также мы все эти лангустины промываем под водой. Итак, мы обработали, как я показал, и дальше смотрите, берем мы чеснок, берем мы наш чесночок. Что нам понадобится? Наши лангустины, чеснок, лимон, масло растительное, соус терияки, соевый соус, соль, перец. Смотрите, берем чеснок. Достаточно будет прямо для вкуса 4 зубчика. И режем пластинками. Вот прям пожарить, а потушить в соусе. Наливаем растительное масло немного. Далее добавляем наш чеснок. Чеснок мы не будем с масла убирать, а оставим прямо так. Будет все вместе жариться. Выкладываем наших лангустинов на чеснок. Далее добавляем немножко лимона, чтобы тоже все это жарилось. Сразу давайте дадим соли. И дадим смесь перцев. Тут важно, жарим буквально по одной минутке с каждой стороны. Обжарили мы с каждой стороны по минутке. Я говорю, этот рецепт убавляем. И что мы делаем? Соевый соус добавляем. Добавляем немножко водички. И добавляем соус терияки. Вот так вот. Много не надо. Все как следует, это все перемешиваем. Можно их перевернуть. Пробуем на вкус наш соус. Соус просто изумительный. 2 минуты они тушатся в нашем соусе. Периодически можем их переворачивать. И 2-3 минуты настаивается под закрытой крышкой. Чтоб соус проник в панцирь, пропитался. И все. И наши лангустины готовы. Итак, 2 минуты у нас протушилось. Все, закрываем нашей крышкой. И 3 минуты, пускай это все постоит, настоится, наш соус пропитается, проникнет вовнутрь панциря, наша лангустина пропитается этим соусом, и можно подавать к столу. Лангустинчики, они, смотрите, и сверху сейчас мы польем нашим соусом. Очень вкусное сочетание. Так, выложил лангустины, сверху посмотрите. Прям поливаем сверху нашим соусом. Вот так вот.
Итак, наши наивкуснейшие лангустины готовы. В таком же маринаде, в таком соусе можно приготовить любые другие креветки. Вообще сочетание терияки, креветок, это очень хорошее сочетание. Они очень подходят друг к другу. Попробуйте по этому рецепту, и вы не пожалеете. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем пока!